Всем привет, я Огнис. Наконец-то мы нашли русскоязычного китайца. Его зовут Эдвард, он отлично разговаривает на русском языке. Таких китайцев, которые могут так разговаривать, очень мало. Вот. Можешь немного рассказать о себе? Да, я раньше считался фрилансером, работаю переводчиком. И сейчас работаю для русских, ну, в Шэньчжэне. Они открывают компанию в Шэньчжэне. Ну, мы занимаемся очень большой проект. А где ты выучил русский язык? На севере Китая. На севере Китая. Сколько времени? Да, очень близко к Дальневостоку России. А сколько времени это заняло? Примерно 3 года. И потом я работал в России около 2 года. Ну, в Дальневостоке, в Владивостоке и Хабаровске. Но мы с Эдвардом пообщались, в принципе. Он может разговаривать на любые темы, он очень хорошо это все понимает. Вот, соответственно, если вы хотите задать какой-то вопрос китайцу, вы можете написать его под нашим видео, и на следующих выходных мы подъедем к нему и заснимем интервью с ним по этим вопросам, что вы нам задали. Все, всем пока.